Сегодня ночью в Калининграде был ограблен магазин бытовой техники «Максимус». Неизвестные с помощью автофургона вырвали входную дверь и унесли техники на 500 тысяч рублей. Приблизительно в 3 часа ночи к зданию на пересечении Ленинского проспекта и улицы Багратиона подъехал белый микроавтобус. Из него вышел мужчина и закрепил стальной трос на дверной ручке. После чего фургон отъехал в сторону и выломал дверь в магазин. Второй неизвестный в камуфляжной куртке и капюшоне зашел в магазин с большой дорожной сумкой. Мужчина направился прямо к витрине с цифровыми фотоаппаратами. Меньше чем через 2 минуты грабители скрылись с места происшествия. Злоумышленники подъехали на микроавтобусе белого цвета, привязали трос железный к дверям, соответственно, вырвали дверь, забежали и похитили фотоаппаратов. Скорее всего, это было сделано неспроста, то есть не с кондачка налет был, а спланирована акция. В это же время на пульт охранного предприятия, обслуживающего магазины «Максимус», поступило сообщение о взломе. Охранники прибыли на место в течение примерно 5 минут, но преступники уже успели скрыться. Позже был подсчитан ущерб от налета. Грабители украли 11 фотоаппаратов марки Canon и Nikon. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей. Сейчас расследованием преступления занимаются следователи ОВД Московского района Калининграда. Руководство магазина также обращается за помощью ко всем, кто может помочь в расследовании преступления.